сорт острого перца Numex Overed. Это еще один вид хабанера. Он был выведен в Нью-Мехико. В этом сорте присутствуют все ароматы всех сортов хабанера. Очень интересный и очень необычный. Перец имеет цитрусовый вкус с ароматом абрикоса. Необычный вкус для хабанера. Что интересно, этот сорт имеет остроту от 500 до 850 единиц по шкале Сковеля. Всего лишь 850 единиц. Это сорт слабоострый. Он был специально выведен для любителей перца хабанера. У хабанера острота превышает 350 тысяч. Ну, а люди есть такие, что не любят сильно острое. Вот этот слабоострый сорт был выведен специально для них. Срок созревания этого перца 100 дней. Высота растения от 70 до 1 метра. Очень интересный, очень необычный сорт. Это сорт неприхотливый. Вот такие вот перчики у него. Помятые. Очень интересный. Срок созревания, уже говорил, 100 дней. Высевать его на рассаду где-то в 20-х числах февраля. Вот конец сентября. Уже полностью кустики вызрели. Я собрал себе урожай. Это вот осталось последних 3 перчинки. Очень необычный, очень хороший и ароматный перец. Этот сорт высокоурожайный. С одного куста вы можете снять более 100 перчин. Вот такие вот красавцы. Посмотрите, какой красивый перец. Глянцевая поверхность у него. Это довольно редкий сорт. Очень хороший. Я советую такой сорт выращивать у себя дома. Это многолетнее растение. Его можно легко выращивать как на подоконнике, так и в теплицах, в открытом грунте. Вот так вот выглядит перчик. Еще не в зрелом состоянии. Такой вот зеленый. Вот такой вот красивый перчик. Такие листики у него. Кустики небольшие, у меня где-то около 50 сантиметров. Так что выращивайте такой сорт, если вы любите вкус хабанера, но не любите большую остроту. Это как раз специально для вас и был выведен сорт. Так что выращивайте. Всем удачи и больших вам урожаев. Всем пока.